Привет, друзья! Меня зовут Андрей. И сегодня я для вас приготовил новую совместную закупку, которая вам очень понравится. Посмотрите на многообразие электробайков в Китае. Это все электромопеды. Но среди всего многообразия не каждая модель интересна. Сегодня я вам покажу модель, которая мне показалась самой интересной. Данный байк я испытывал на протяжении какого-то времени. И сейчас вы увидите, что я уже проехал 3000 километров, 3082 километра. Сейчас я разблокирую. Данный байк может использоваться 2 человека. Как вы видите, здесь есть место и есть подножка, которая складывается и выкладывается. Кроме этого, данный байк достаточно вместительный. Это дождевик, очки от солнца и всякая другая лабуда. Здесь вы можете даже еще больше прикрепить другие аксессуары. На данный байк я установил аксессуар для телефона. И таким образом телефон крепится к байку. Этот аксессуар можно заказать отдельно на сайте 1688.com. Данный скутер имеет 3 скорости. Смотрите, я переключаю здесь. 1, 2, 3. На третьей скорости байк разгоняется до 62 км в час. Далее, здесь, получается, вы можете посмотреть 3 вида освещения. То есть полная фара, габариты. Это синий круг, просто габариты. И выключенная фара, то есть 3 режима. Кроме этого, сигнал, естественно, и поворотники. То есть вы видите, достаточно просто светло. Как вы видите, поворотник. Кроме этого, в отличие от электросамокатов, вы можете заметить, что есть зеркала. Есть зеркала. И получается, когда есть зеркала, есть поворотники, то это достаточно безопасное вождение. То есть это не так, как когда вы едете на электросамокате, то есть по дороге на нем не поездишь. На данном аппарате можно ездить где угодно. Сейчас я немножко прокачусь и покажу вам, как я еду. Стороны байка. И как вы видите, здесь такая же модель, как у меня, имеет багажник. Если вам нужны багажники, мы можем помочь вам заказать их отдельно. У вас наверняка будет вопрос, как долго хватает батарейки и так далее. Честно сказать, я не замерял, сколько километров, но я езжу примерно 20 минут бесперерывно в одну сторону и еду домой примерно еще 20 минут. И
таких поездок мне хватает 3 поездки, и я заряжаю байк. То есть, получается, я заряжаю байк раз в 3 дня. Езжу на расстоянии 20 минут. Скорость, как я вам уже говорил, до 62 км в час. Кроме этого, заряжать очень просто. Здесь такой же вход, как у компьютера обычного. У любого компьютера и у многих других устройств такой вход. И данный провод, естественно, работает от 220, но с помощью специального адаптера. То есть напрямую к розетке подключить через компьютерный провод не получится. Нужно еще адаптер. Отправить данную модель в любую страну мира. Это не важно, откуда вы, мы можем отправить. В Россию, Казахстан, Украину и Белоруссию мы можем доставить с учетом таможни. Если вы находитесь в другой стране, вы просто будете таможню оплачивать в порту при получении. Мы можем отправить в Европу, в Америку, в Австралию или куда угодно, но таможню вы будете оплачивать в порту при получении. Поэтому проблем с отправкой у нас быть не может. Итак, для того, чтобы сделать заказ, если вы смотрите данное видео на YouTube, пожалуйста, посмотрите внизу в описании наши контакты, вступайте в группу ВКонтакте и пишите сообщение в группе. Кроме этого, добавляйтесь в WhatsApp и пишите сообщение в WhatsApp. Если какие-то вопросы, вы можете еще написать комментарии под YouTube. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк. Спасибо.